Всем привет, ребята, с вами Геймер, канал Геймчи, и я наконец-то починил себе вебку. Конечно, может отойти, да? Но все же пока работает. Кстати, у меня там солнышко. Не солнышко, ладно, окошко. Там тучки, окошко, но как видишь, я зашторил все равно так свет. Я еле освещение себе доделал, чтобы, можно было хоть нормально надо посмотреть, да? Чё ж бы вебку, знаешь, этот... Да, смысл было чинить вебку, если бы видно было только пол лица. Правильно? Половина была бы тупо белая, значит, святую. А половина была бы черная. Потому что... Ну, короче, не я. Да, вот такой вот я. Так, у нас игрушка «Пятница 13. Убийца пазл». Пазл. Вот, было прикольно, конечно, поиграть в обычную «Пятницу 13», но у нас пока что вот такая вот тема. Значит, Мамин Мегамаркет, играешь, Индивидуальное убийство, Смертельный марафон, играть. Так, конечно, жертв 0. Выбор эпизода. Их предупреждают, теперь пусть пеняют на себя. Воспоминания об озере. Следующая жертва зэк. Заточение, выбор. Это, короче, можно подкрывать, и там что-то закрыто. Ладно, погнали. Особо опасный Джейсон. Джек-потрошитель, имя Джейсон. Это не его с вами заперли, это вас заперли с ним. Я не понял. Классический Джексон, идеальный маньяк, этот образ всегда в моде. Я не знаю, может просто посмотреть, может не надо смотреть. Вот ледя, ну это Джейсон, когда бежал на убийцы из криогенной камеры. Зомби Джейсон, липкий, вонючий, кровожадный, утопленник, 6 месяцев под водой, разоряя его угодно. Весельчак, добро пожаловать в рай на земле, выход через магазин сувениров, каратель. Он в крови и пламени, узрите его. И какой-то новый. Да, новый. Новые технологии в... деле он стал быстрее, сильнее, хитрее и продвинутее. А остальное что? Встроенная покупка, короче, все понял. Это типа, короче, бесплатный контент, я понял. Так, назад. Давай тогда уровни посмотрим, что у нас. У нас получается какое-то озеро. Да, озеро, заточение, тюрьма, зимняя бойня, Яун-Йорк какой-то, последняя надежда, скотобойня, выжженная земля. Жестокое будущее. И все, и закрыто. Я думаю, нам этого хватит. Я не знаю, как долго я буду проходить, но я думаю, выбор уровня. Слушай, а долго я буду проходить? Здесь на каждом получается, что выбор уровня своего идет. Да много. Очень много. Мясорубка на хрустальном. Короче, воспоминания на озере. Все, погнали. И будем брать, получается, своего с Джейсоном. Да, вот у нас обычно классический идеальный убийца всегда в моде. Воспоминания об озере. Лагерь «Хрустальное озеро». 13 июля 1984 года. 20 лет назад в «Хрустальном озере» утонул мальчик, пока ваш отец занимался своими делами. Но потом всех их убили, одного за другим. Кровавая резня на «Хрустальном озере» в пятницу 13-го. Их убила мать, Памела Вузовски. Смерть маньяка от руки последнего выжившего помирала. Чтобы остановить ее, вожатым пришлось отрубить ей голову. Ее сын Джейсон до сих пор бродит в этих лесах. Стой, а разве не мама мстит за его смерть? Да, разве этот мальчик не утонул? Стоп, возможно, я что-то попутал. А как понять, ПГЛР? Пускай Эрка будет, чё бы не. Так, это мы типа одного убили. А Джейсон, солнышко, ты должен отомстить за меня. Используй стрелки геймпада или мышь, чтобы двигаться и атаковать. Типа, чё? Допустим. Последняя резня. Да, отлично, а теперь доберись до последней девочки. Зона смерти. А, убийство. Кровожадность. Уровень 1. Короче, это у нас обучение сейчас идет. Управление чисто мышкой, я понял. Какие мерзкие туристы. Подойди туда и покарай, Джейс. Ага. Оно показывает даже, видишь, по следам, куда идти.
Они должны как бы убегать от меня, не? Чего не смущает? Ну реально, по-нормальному они должны были бы убегать от меня. Кровожадность один. Ну типа, блин, я же ни в кустах нигде не сижу, я никаких засад не делаю. Конечно, у нас это этот, как его? А покарай их за то, что они с тобой сделали, Джейсон, за то, что они сделают со мной, убей за маму. Ладно, мам. Понял. И не понял. Объяснить, пожалуйста, не понял. А, можно и вот так пройти, что ли? Да, можно так было пройти, чё, блин. Пока что все очень легко просто, вот. Очень-очень. Было бы интересно посмотреть, как бы, ну, когда они могли убежать, чтобы я их кое-как догонял, знаешь, пошагово, то есть шаг я шагани. Почему они от тебя убегают? Ты у меня особенная, и сегодня твой день рождения. То есть они сейчас будут убегать? О! Убегать начали, прикол. Хорош! Они убегать начали, наконец-то, всё. Кусь! И на мать. Джейсон, прелесть моя, у тебя прекрасно выходит убивать, вот тебе еще немного кровожадности. И что такое? Уровень 2, получен. И что мне дает второй уровень? Достижение. И ящик. Лом базовый класс для... Да, для всего. Добавить в экипировку. Да. Добавить в экипировку. Добавить в экипировку. Топор. Я даже не успел прочитать, что у нас там было за название уровня. Запомни, Джейсон, если нужна будет помощь, сразу же проси у меня подсказку. Да, без про... блин. А, это можно выбрать? Сынок, тебе нужно оружие посмертоноснее, перетащи 3 нужных орудия в обменный ящик. Без оружия. А можно руки обменять? Слушай, я руки обменяю. Ладно, давай этот топор, кирку и лом. Меч, топор, вот так вот. Как думаешь, что мне будет? Я думаю, сейчас говно какое-то. Что это? Отрубленная рука. Серебряный класс. Да, давай. Назад. Я, короче, рукой сейчас буду убивать. А чё она не убегает от меня? И как мне вообще к ней попасть? О! Я не знаю, как я это сделал, но я сюда попал. Обманка! А нет, я её взял. Отшлёпал просто. Отшлёпал до смерти. Тем убийств. Опа! Полетел. Возможно, можно попробовать поставить другую кровожадность. А ну, сейчас попробуем. Видишь, как они боятся вида крови? Убей их, Джейсон, за маму. Так, кики-мама. Что за кики-мама? Так. Не здесь. Во, кровь, ПГ. А ну, мне интересно, что даст ПГ. Типа без крови или что? Я не пойму. Убийство. Оторвал. А, да, реально без крови, слушай. Нет, так не интересно. Чистильщик. Вот сейчас успел прочитать уже. Мерзкие никчемные туристы, как они смеют обещать твоего золотого мальчика. Давай ПГ опять поставим. Р. Типа. Я понял, короче, что это имеется в виду. Это по возрасту, типа, кровь стоит, не стоит брать. Что, догадался, наконец-то. На! Фаталити! Ой, не! Вообще больно будет. А?
А так... Ладно. Не, ну это шутка прикольная была сейчас. Окно про окно насквозь, это неинтересно. И за каждую кровожадность мне будут давать по уровню, да? Обманный ход. Не балуйся, возле озера, Джейсон, ты не очень хорошо плаваешь. Ааа! Не понял. Так а я плавать не умею, погоди. Блин, а как назад? Ага, вот так. Мне перс плавать не умеет, стопудово, я тебе это гарантирую. Вот так надо было. Вот, все. Когда сказали, что плавать не умеет, ну, точнее, плохо плавает, я сразу понял, что это смерть. Потому что я сразу пошел, убил челика, да? А у меня во все стороны тупо озеро. А как мы хорошо умеем убивать, еще немного кровожадность тебе и не повредит. Ну давай, что там за ящик? Серп. Давайте в экипировку. Дверь автомобиля. А нафиг мне дверь автомобиля? Ладно, взял дверь, так бери. Не волнуйся, милый, если застрянешь, нажми. Ну, слушай, я эту уже тему испробовал, кстати. Эту тему я уже испробовал. Так вот в чем прикол, если застрянешь, да? Окей, окей. Не понял. А не понял, погоди. Надо тут встать. А ей не плевать? Не, типа, если я к ней влечу, она же умрет, да? Все, она сдохла. А я как? Я ж никак. Так, что у нас дверь? Вообще, она как, серебряная? Да, она серебряная, кстати. Дверь серебряная. Дверь и еще какая-то и серп. Пу-пу-пум! Так, назад. Вообще, на самый старт давай. Так, убил. А, вот так надо было, все понял. Отпилил дверью. А ну не верю, такое невозможно. Отпилить дверью невозможно, она не такая острая. Вот передавить вот так вот, да, можно, но не отпилить. Что-то у нас кровь убийства. Кровь убийства, да? Так, ты можешь загнать туристов в вагон, Джейсон, накажи их за то, что они сделали. Да, давай. Хлоп. А мне ж вагон нельзя, стопудово. Так, ну и последнего я тоже, получается, загоню в огонь, да? Да. И последняя жертва, типа, пьяная всегда, она ничего не делает, я это заметил. Разрез НАТО. Буква З, да? Как этот, Зорро. Зорро резал. Буква З, вот Зорро так. Я тебе говорю, насколько ты особенный, Джейсон. Ты очень особенный. No! Так, no, если yes. Погоди. Мне ж в огонь нельзя, все правильно. Хлоп. Типа я сгорел. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Все. Все. Теперь я справился с заданием, да? Теперь с заданием я справился. Так, надо опять усесться, что-то я неудобно сел. Вверх-лево. А можно клавиатурой так быстрее будет, так легче? Хотя бы стрелочками, знаешь, они тыкать туда-сюда, назад, вперед, вверх, вниз. Что у нас по времени? Я вообще уровень прошел. За 15 минут, не забывай меня дороже, солнышко, я не могу, я специально начал. Зачем меня там? Давай серп возьмем, у меня серп есть.
Есер. Вот сер. Позер, возьми. Можно стрелками, кстати. Опа, утон. Так и это утон. Вот так, вот так, вот так, все. А, слушай, может, мне тоже надо утонуть? Все, можно без мышки, можно без мышки. Можно клавиатуры, пробелы, стрелки использовать. А какой же ты молодец, вот тебе еще немного, да-да-да-да-да-да. Так, мышку нафиг спрячем. На четвертый уровень. Дайте потыкаю, потыкаю. Можно спейсом? Вот, спасибо. Вот, спасибо, пробел работает. Щит. Табурет. Щит и табурет. Так, ну сейчас ладно, я мышку возьму, все-таки надо поменять оружие. Я последний жизнь настала час расплаты. Я пойди. Пойди, пойди, пойди. Пойди, пойди. Боевой топор нет. А где табурет делся? А вот щит. Давай щитом его. Ага. 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 Ладно, вот он. Может достижение, да, достижение дали, смотри. Да блин, ну что ты тонешь-то? Погоди, я ж не туда тебя отправлю. Во! Все! Готово! Crystal Lake Mirrors. А он же не умеет плавать. Вряд ли он в воде будет. Потише сделаю. А, он где-то в траве, да, в кустах, в лесу. Вот там у лодки стопудово. Опа, а ты откуда взял? О, гарпун! А слушай, а откуда ты гарпун взял? А так можно было, что ли? Не, если будет стрелковое оружие, это еще легче проходит. Конечно, эта игра чисто убийца какие-то, но не сильно интересные, ребят. Мне не сильно интересно. Количество жертв 24. Что-то мы прошли все 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 уровней. Все 13 уровней получается, везде по 13 уровней будет, потому что это игра 5 за 13. Да, логично, логично. А, значит, играть за заключенного, да, особо опасного. Джейсон был признан виновным убийцей. И все боятся тихо, да? Ну кто под кайфом, кто боится. Он восстал из мертвых. Казнить хотят. Ууу, пропал! Преграда. Ага, а нож откуда? А, пора устроить побег, Джейсон, не дай охране помешать тебе. Ну, во-первых, смотри, мне дали оружие, а во-вторых, ну я знаю, ну тут снайпер сидит, ну тут снайпер сидит. Да, стопудово, вот видишь, убили. Жми, чтоб, да. Я, типа, хотел попробовать, это, может, достижение опять дадут. Вот, все убил. Полицейского убил. Я смотрю, тут просто каждую тему дают достижение, ну, типа, чубы нет. Если чубы нет. Коллекция 5. Коллекция 5. 5 чего? 5 оружий, наверное, да? Они должны были тебя оправдать, Джейсон, но это была самооборона. А, типа, если пробегают, то не страшно, да? Еще так. Вот так. А вот этого мне не надо, да, убивать, окей. Если мне охранника убивать не надо... Ой! Рома! А, типа не убил... А что будет, если не убил? Ямы какие-то? Кажется, это парень пытался сбежать от тебя. Аккуратно, там я. Да, без проблем. О, достижение дали, я ж тебе говорю. Я ж тебе говорю, достижение за все дают. Даже за то, что ты падаешь в яму. А давай знаешь, что сделаем? А, я хотел... Да, так мне не дадут. Погоди, а я ж не вернусь. Так.
Отмотал все, я на старте. Налево, направо, вот так, вот так. Не годится, значит, вот так, вот так. А как теперь? Ну, слушай, а как теперь? Так, так. Даже если я пойду убью его, мне не хватит, как бы, расстояния. Надо, короче, к нему как-то попасть. А, все понял. Почти понял. Я уже сломался. Надо вернуться, короче, вот сюда, да? Где? Вот. Вот тут, да, стою. Хорошо. Вот тут стою, вот тут вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Хорошо. И теперь вот так. Все, красавчики. Ух ты, через глаз. Вот. Вот это да. Легкой жизни не бывает. Ваня, аккуратнее, Дженсен, у тебя мало времени, скоро здесь будет куча спецназовцев. В смысле закончить? А, это ходы, блин, я думал то время, вы чё? Давай по новой. Если ты любишь убивать туристов, то взгляни на эту игру. Не, это, короче, рекламка. Рекламка мне пока не нужна. Так, 6 ходов. А, вниз. Так. А чё ж я на этом ходике должен сейчас убить? Ходики. Так я не убью. Так, давай сначала оружие поменяем. Серп. 6 ходов, да, значит, раз, два, три. А что если его прогнать? А ему плевать? Ведь я пришел бы как этот конец. Блин. Тупо. Допустим, я убил раз. Пять ходов, надо думать, как. А, вниз, направо. А, тюк. Чё это будет? Всё, готов. Я чё-то это сразу не заметил. Вот такая вот тема вышла. Верхом кухнули. Может, кстати, оружие другое сделать, я вот думаю. Что у нас по времени? 20. Используйте колесо мыши, чтобы приблизить и одарить изображение по оценке ситуации нового ракурса. Ваня, отклонился нового ракурса. А что мне это дает? Я не понял. Ну, типа... Я могу так сделать. Так. Ну, типа, все. Так, еще чуть-чуть промазал. Не, давай уже менять серп. А, она сейчас это докинет, я понял. Сейчас нам все равно дадут оружие, так что... Я думал, надо будет уже плавить оружие как-то между собой, а ну, видишь, как. Не надо. Зря я топор еще с чем-то променял, да? Скейтборд. Поздний. Охранники розны, не вступай с ним в открытый бой. Хочу. Так а погоди, я что убил в открытом бою? А, лицо типа нельзя, лицом к лицу, я понял. А как мне с ним тогда? Ля, прикол, а как мне туда попасть тогда? Так, у меня оружие надо, кстати, поменять. Где у меня оружие? Мне что-то интересное падает, я ж помню. Кулаки. Молоток давай.
молоток, а потом скейтборд и табурет надо испытать. А, ну не дает, слушай. Возможно, я что-то не так сделал. Вверх, направо, и все. И так по кругу. А ну давай назад. До момента убийства. Вот так. А, это я убил ох... А, так может мне охранник нужен будет? Слушай. Стопудово, мне возможно охранник нужен будет. Или нет? Или да? А я не знаю. Блин, я не знаю, он мне нужен будет или... Допустим, убил еще. Молотком, короче, ему что-то прошло. Тут? Мужика надо прогнать, я не знаю как, но его надо прогнать. Вот этого, да? Чтобы он побежал. Как он должен побежать? Уже как ты должен побежать? А типа вот так? Все идет? Во как! Блин! А я тупанул. Так, кстати, можно поменять. Давай табурет возьмем. Ну, можно поменять, я уже... Ой-ой, так хорош забивать его. Там нас где там у нас табуретка? Камера, кстати, сбоя не дает. Это хорошо, это прекрасно, это чудесно, это опасно. Все, табуретка сейчас, это фаталити бахнул. Опа! Слушай, реально фаталити тупо разлетелся на куски. Так, огонь. Раньше я готовил тебе мясной рулет. Помнишь мое золото? Гори. Гори, гори, ясно, что... Не то. А можно как-то так. Обратно, не? Что это вообще такое? Кимамама. Не понял, что это значит, но вот. Не то сделал, блин. Вот теперь уже трудно пошло, слушай, вот теперь уже трудно пошло, очень-очень трудно. А куда ты в огонь-то прыгаешь, дурачок? Я тебя в огонь не отправлял. Вот так, все понял. Только тут, с тобой нет. Куда бежишь? Я с другой стороны уже, да? Типа он зарядался и умер от этого или что? У меня есть скейтборд, давай скейтборд. На! Да блин, ну это мы уже видели. Нет, не интересно. Давай то, что мы еще не видели. Воу, он под наркотой, ля, он красные глаза у него. А меня убьют тогда, да? Да. Так, убили, все, хорошо, понял. Хорошо, поняточка. Так, 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 так. Бежишь? А теперь не понял. И теперь по кругу я добегаю, окей. Что-то не так сделали, опять же. Опять же, что-то не так сделали, блин. Надо думать. Уже кости пропадают. Надо пацана оживлять. Вот он, все, он живой у нас.
Давай с самого начала, давай с самого начала. Идет начало. Вот начало, да, вот начало. Хорошо. А, то есть у меня в любом случае надо вниз бежать. А потом, смотри, потом, мы когда убиваем, мы бежим налево. Налево, вот так, вот так и вот так. Так, вот так, все. Теперь я убью всех охранников. Чтобы больше напить. Я всех убил, все. Больше крови, больше крови. Чтобы больше оружия было. Хотя я не знаю, это влияет или нет, но все же. Там счетчик какой-то идет. Так, что у нас по времени? По времени еще есть. А, по-моему, там нет выхода, Джейсон, ищи дальше. Понял. Ча! Колесо в рот ему. Я сейчас сразу на старт, потому что, ну, блин, тут бред. Во! Или нет? Блин, его надо последним убивать. А ну, а где я этот появляюсь? Скажите, пожалуйста, где я появляюсь? Я здесь появляюсь, да? Вообще вот, да-да-да, все здесь появляюсь. А если я здесь появляюсь, налево пойду, убью, у меня тут не появится последний. Значит, если я пойду направо, поверну вниз, налево я кругалян дам. Вверх тоже не вариант. Почему их не пугает? Их пугает только убийство, получается, да? Блин, казалось бы, легкая игра, да, где двигаешь просто стрелочками вверх, назад, вперед, лево, право, и все. А думать тут надо жесть. Во, вот так. Хоть на рандоме и сделал, но все же получилось. Типа тыкал туда-сюда, туда-сюда и вышел. Готово. И последний, с разворот просто. Кача! Тройничок. А все, у нас больше нет оружия другого, да? А, ну давай. Как только я начинаю говорить за оружие, нам сразу дают новое. Вот приятно. Когда дают то, что тебе надо, вот, как только просил, так сразу получил. Это вообще, это... вообще, так что это? Сковорода, я думаю, это лупа. Сковорода и гвоздодёр. Вообще на когти росомахи похоже. Меня башка смущает. Чем тебе помочь, солнышко? Пропустить уровень, получить подсказку, получение решения? Нет. Иди в пень. Ну не зря же это так сделал, да? Ага. Или надо было попроще? Погоди. А давай сначала, значит. Давай сделаем все-таки как проще было, правильно? Наверное. Значит, надо мужика вот этого убить первым. Ой! А погоди, я ошибся дверью просто. Ты чё? А ну ты чё, ну слушай, вот так все. Готов. Вот так вот и надо, вот так. Готов. Шестой или какой? Сколько мы уровней вообще пройдем за эту серию? Пять ходов, слушай, пять ходов. Вот так. А, все, ходы закончились, не понял. Что-то не то, что-то не то. А, не по плану, не по плану. Так. Так.
Как этого за два хода взять? А как его забить? А я его не возьму за два хода, слушай. Понял, все. Начинаем сначала. Я разобрался, как это работает. Сейчас сделаем, короче. Сейчас сделаем, значит, смотри, налево, вниз, направо, вверх и направо. Все готово. На! Минус башка. А это чем я тебя бью? Гвоздодер? Или опять скейтборд? Скейтборд, да. Так, что нам там давали? Гвоздодер и еще что-то. Гвоздодер я видел. Сковорода, давай сковороду. Возможно, если поединец написан, значит они будут меняться, правильно? Не понял. Это типа намек, что нельзя их убивать пока что? Значит, вот этого первого надо убить? Окей. Овца! Понял. Не понял. Понял. Все, понял. Так. Вверх. Это не сходится. Они побегут, не? А смотри, они не убегают. Хотя, погоди, смотри, что мы делаем. Мы этого убиваем, так? И все, мы не выходим. Понятное дело. Так, я вроде бы здесь где-то появляюсь. Если я этого чувака убиваю, я возвращаюсь туда. Но я не смогу. И смогу. Ну не вариант. Мне надо как-то получается покрутиться, да? Хорошо, делаем то, что я могу сейчас. Делаем то, что я могу сейчас вот так. И как к нему теперь попасть? Хрен его знает, да? А, допустим, где там убил, вот так убил, я могу направо, налево, вот так, вот, вот, все сделал. Все, решил. Решил эту головоломку страшную, опасную, очень смертельную. Я хочу попробовать закончить два уровня, то есть две карты хочу. Вот эти вот сейчас тоже попробовать. Интересно, я успею свои варианты. У нас 6 минут осталось, не дай им лишний. Тебя свободы, Джейсон, но ты не должен сидеть в электрическом стуле. Готов. Готов. Не тут. Ага, вот так. А, нельзя! Нельзя! Слушай, нельзя. А так можно? А так тоже нельзя. Не просто плотнуешь, нельзя с ним драться, правильно? Да, нельзя. Так, начнем со старта. Какое у нас еще оружие было? Во, когти росомахи. Так, значит, сделать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Это как бы второй вариант прохождения, правильно понимаю? Теперь вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Ой, дебил, куда ты пошел-то? Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Перепутал. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Готово. Свобода. А мы типа для начальника тюрьмы закидываем электрический стул, да? Может быть, есть убийство. Хороший. Давай, зажигай. Сейчас он джигу станцует нам. Погнали! Ну и чё? Чё ждём-то?
не работает? Ну ты, блин. О! Уги-уги! А ему колбасит. У него голова уменьшилась. Итак, предлагаю пока что на этом закончить, потому что... Как у нас еще 3 уровня, наверное... 6 уровней еще на 3 серии. Получается, игра на 4 серии. Да. И 2 еще там докупить, наверное, надо, но я не знаю. Мне эта игра сильно, в принципе, не заходит, так что я не знаю, наверное, не буду. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.